ранены. Не знаю, может быть, дома где-то валяются. Я подброю тоже. Кто, ветеран працы? Нет. Да пошли не в жопу со своей карты приятной. Я здесь сюда приехала и здесь живу. И работала на одном предприятии. Вот так. О, уже ветеран працы, уже не действительно. Да еле пропустила меня. Да. Пошли не в жопу, я сегодня позвоню, куда надо. Да. Шлайны показывали, что пошла, чтобы я приехала. Я понимаю. Я всю жизнь проработала на предприятии, а не дома сидела, жопу отращивала. Заработала. Дачный участок. Не только я одна, а все, которые там люди работали, вот так относились.